Всем приветики. Я снова переоборудовал свои вибродинамики. Теперь он выглядит вот так. А раньше стоял на шкафу. Вот здесь он стоял, но я решил, что лучше его переместить, и теперь он стоит в другом месте, а именно вот здесь. Я у одного человека видел, что он трубой поставил на шкаф. У него шкаф довольно-таки далеко от потолка был. У меня он более-менее близко, поэтому я книжками подперу, и все. У него, ну, где-то вот здесь вот был, и поэтому такую трубу купил. Я подумал, блин, гениально. С помощью такой трубы можно в любое место комнаты поставить. Если здесь у меня вот двух штук хватило, то есть вот она, одна труба здесь заканчивается, и это уже вторая пошла. А дальше книжки. И кровать еще где-то полметра. Но можно купить и третью трубу, то есть где-то вот так. Обрезать ее, и тогда уже будет раз, два, и вот здесь вот три, где-то вот столько. Ну, то есть, вот эта часть до сюда обрезается, и все, и оно будет вообще можно в любом месте комнаты ставить. То есть, сегодня, например, поставил сюда, завтра туда, послезавтра еще куда-нибудь, и в итоге менять позицию. Но я думаю, вот это хорошее место. Купить второй такой и поставить, ну, в такой же стороне, только на другой части комнаты. Получается, оно будет здесь играть, выдавать. И с другой части комнаты будет тоже выдавать. Плюс, там оно рядом со стенкой стоит. Вот если подойти, ну вообще рядом, и там оно будет еще слышно. Будет там с той стороны слышно. Так что нормально. А играет, ну мне кажется, что слышно сверху, потому что я вот заходил на кухню, слышно, что он там где-то сверху что-то поет. И даже в зале, и даже на балконе слышно, вот можно сейчас глянуть. Но сначала покажу, как я оборудовал, получается, динамик. Динамик стоит, мячик, труба, вторая труба, естественно, провод, провода хватает. Дальше подкладка такая поролоновая, чтобы не сильно вибрация передавалась на книги. Ну и сами книги, все, и кровать. Можно вместо кровати на стул какой-нибудь поставить, либо купить третью часть и вообще на пол поставить. Хотя стул тоже вариант. Так даже, мне кажется, удобнее стул, где надо поставил. Ну, чтобы не слишком длинная бандура была, чтобы, ну, хотя бы была возможность как-то куда-то, если что, ее быстро разобрать и засунуть куда-нибудь, потому что, ну, длинная она есть длинная, как бы она и так вот не маленькая, так что. Ну, вообще-то, мне кажется, так удобнее. В любом месте комнаты разместил, да и все. Даже чувствуется, вибрация идет по кровати. Лол. В общем, нормальная такая штука, мне нравится. Лучше, чем там на шкафу. Гениальная идея, кстати, кто-то вот придумал. Я у кого-то увидел случайно и думаю, блин, надо себе так. И в итоге все. Единственное, что устанавливай вот эту штуку, когда вот здесь вот подкладываешь. Сначала ж ты же там закрепляешь, а потом начинаешь здесь подкладывать что-то аккуратно. Потому что я когда подкладывал, это все-таки кровать, она надавилась, там ослабилась. И он прилетел, этот железный, сколько он там, сколько там он весит, 0,5 килограмма, наверное. Блин, мне по голове как зарядил, больно было, реально. Нет бы там куда-нибудь сюда, нет, именно вот мне на голову, это жестко, как такая карма все равно, типа, что ты творишь, на тебе. Блин, больно было, конечно. Вот. Но ничего, вроде шишки нету, все нормально. Вот, а как играть за стеной, можно сейчас глянуть. Сейчас я поставлю на максимум. Thank you.
этого на кухне. При этом двери я везде закрываю, во всех комнатах. Вот в спальне закрывал, на кухне тоже закрывал. Сейчас пойду в зал, там тоже закрою. Вот такое вот устройство. Вот как-то так. Ну, мне нравится так больше, как-то лучше, удобнее. Да и вообще, хотя бы то, что можно не все время в одном месте торчать, там, на шкафу, перемещать по комнате уже плюс. То есть, сегодня можно здесь поставить, завтра там, чтобы они не привыкали, как бы. А то я в одном месте играю, да и завалят там какими-нибудь, я не знаю, шмотками, и не слышно будет. А так... никуда не денешься, оно везде всегда найдет тебя, хоть даже в другом месте. Так что вот, как-то так. А второй, думаю, вон туда поставить. Сюда. И получится, одна здесь им дает звук, вторая здесь. И в итоге здесь полностью комната будет играть. Плюс так как оно рядом, еще и там будет играть. И то, как, из-за того, что рядом второй динамик скоро приедет, еще и там будет играть. То есть, здесь, где бы они ни были, здесь, там, они везде будут слышать и хорошо будут слышать. Вот, как-то так. На этом все, всем покедова.